Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Так. О, это оружие помогает предотвратить глобальные потепления. Окей. Суперсерьезный предмет. Так, класть. Ой, что-то мне не то оружие. Вот оно. Изменить. Шокового дрона. Где у меня огненный был? Ага, вот он у меня огненный. Так, а надо посмотреть, что-нибудь есть. Шляпы, а то у меня все без них. А, в принципе, кстати, мне же не надо уже в этой одежде быть. Точно. Так, положить в инвентарь. 50 здоровья. Так. Даже интересно. Так, и последнее. Больше урона, когда уровень здоровья ниже. Так. Так. Я даже не знаю пока. Давайте вот это поставим. Так. Следующее. Здесь чего мне надо? 7 брони снижает урон атак противника. Скажем, в ходе в бой. Блин, я даже не знаю. Наверное, вот так лучше сделать. Так, и последние перчаточки. Что там? Перчатки инока. Пока на данный момент, на мой взгляд, самые хорошие. 5 здоровья, 10 было. Или запас. Да, я думаю, здесь все нормально. А, ну, кстати, давайте сменим рожу. Что он как-то напоминает, меня напрягает. Давайте ставим вот так, как было, собственно говоря. Очки здесь все равно нормальные. Я не вижу, кроме вот этих. Ну, по крайней мере, пока. По крайней мере, мне так кажется. Бородку можно, в принципе, вот такую оставить. Все. Пойдемте. А вот что интересное увидим. А, кстати, стоп. Во-первых, меня почему-то не трогали зомби сейчас. Я даже не понял, почему, ну ладно. Так, снимает себе положительные противники глохнут, да они хуже атакуют. Так, боевой клич. Слушайте, давайте вот эту фигню прокачивать. Я чуть-чуть посмотрел, она довольно неплохая. Так, у нас здесь все еще есть какое-то умение. Так, положительные эффекты длятся на один хоть меньше. Увеличивает размер урона оглушенным. Атаки оружием ближнего наносят больше повреждений. А верхние? Враги будут наносить тебе значительно меньше урона, когда твоя жизнь сила на исходе. Здесь больше урона разъяренным врагам. Атаки оружия дальнего наносят больше. Так, слабых атак. Каждый раз, когда ты выполняешь магическую атаку. Давайте просто вот эту сделаем. В ближнем бою я часто такое обычным оружием. Я думаю, мне это поможет. Так, и... Ох ты. Ты внезапно прыгаешь сверху. Давайте попробуем. Нажми вверх, чтобы прыгнуть, а затем в середине прыжка жми вниз. Окей, я не знал, где это, где середина. Так, давайте. Профессор Хаус. Хренов доктор Хаус. Злой и эпичный Баттерс.
Так. Вы за это заплатите, фашисты. Фашиста-зомби. Супер серьезная, охрененная пупенная атака, давай. Это все? Серьезно? Я думал, там будет что-то как у Баларса, у него хотя бы 800 урона. Или 400, нет, стоп, у него 400 было, что-то я люблю. Круто. Так, ну давайте добивать их. 3 урона! Ты издеваешься? Ну да, я не попал, я знаю, но тем не менее. Все, нормально. Все равно сойдет. Все равно всех убили. Черт, какой же он страшный. Не повезло чуваку на заднем фоне. Так, кстати, стоп, у нас вот здесь вот есть какое-то задание сверху. Я первый раз за мага играл. За них, по-моему, прикольней. Там сразу можно спокойно поджигать всех противников начальных. Такой дамаг у него идет. Но, правда, хп мало, по-моему. Так. А кому нам тут надо, вот интересно? О, малыша нашел. О! Скоро так и всех найдем, я думаю. Так, а куда нам надо, собственно говоря? Рев дракона. Да, нам рев дракона для этого нужен. Так, ну в лес нам не надо, это однозначно. Ну что, не знаю, как это позвонить сюда надо. Да, сюда надо как-то что-то позвонить, но я пока не допер как. Ага. Поговорить с фермером Биллом на местной ферме. У нас здесь нет местного фермера. Куда делся фермер? Чертов фермер. Ладно, пойдемте, пойдемте в лес сходим. Посмотрим. Может, опыта хоть наберем. Наберем опыта. Нет, это неинтересно. Мы сами кого-нибудь спасем. Себя, например. Кстати, лес бесконечный, насколько я знаю. То есть там блуждать можно бесконечно. Поэтому это неплохое место, чтобы набить опыт. Так. Я думаю, я попробую вот эту фигню. Ой. Я криво ее сделал. Очень криво. Я забыл, что нам надо удерживать. Так, ладно. Баттерс, давай. Вроде нажал верно. Ну, ну окей. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, хватит меня бить. Так, 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 так. Давайте еще раз попробуем. Удерживаем и отпускаем. Офигеть, 700 с лишним урона. Вот я понимаю, атака. Баттерс, покажи все, что ты можешь. Бу, да. Окей, я даже умудрился это отразить. Давай, я тоже покажу все, что я могу. На. Фига себе, 600 урона. Прям крут. Так, и... Добиваем! Отлично. Обычно мы побеждаем. Да, я тоже это заметил. Так. Столько всякого брахла, что просто ужас. Беги. Беги, малыш. Run, Forest, run! Новое задание. Победить чел-медведа-свина. Да ладно. То есть где-то здесь чел-медведа-свин ходит? В церкви остановил. А, чел-медведа-свин в церкви хулиганит? Черт. Так, ну я атакую переднего.
Хотя, давайте попробую все-таки вот землетрясение вот это сделать. О, кажись, попал. Кажись, попал. Там, я, короче, когда он начинает менять направление, тогда надо кидать эту фигню. Вот, я, кажется, понял, как там делать. Так, еще минус 2, и давайте этого зомби добьем. Гаси! Отлично. И ты добивай. Добивай, Баттерс, добивай! Давай! На! Молодцом, мужик. Так, и того уже запись сейчас, кстати, идет. Что-то как-то... Что-то я как-то сегодня быстренько довольно все прохожу. Черт, они первые ударили. Офигенно, они убили Баттерса. Воскресись! Подымись! Так. Атакуем всех. Проверим мою теорию. Нет, не получилось. Слишком поздно. Ладно, Баттерс. Круши, ломай все. Уничтожи! Радостный Баттерс. Так. Ну да, я и говорю, за мага оно как-то проще проходится. Впрочем, мы же не ищем легких путей, ё-моё. Стараемся делать все по-сложному. Все, что легко, это не для нас. Стоп, давайте подожжем их, если получится. Да, отлично, мы их поджарили. Так, теперь, ну, Баттерс нас похилить на халяву может. А мы можем, не можем, окей. Не можем, так не можем. И бей. Так, отлично. Что можем полезного сделать? Зараза. Почему они весь себя хотят убить? Сволочи. Так. Давайте обычной палкой будем бить. Умри! Блин, надо было второго поджарить, на самом деле. Так. Получай! Черт, одного не уклонился. Ладно, будем без Баттерса допроходить. Сейчас мы этого говнюка завалим. Ну. Да умирай давай уже. Отлично. Жалко Баттерса, но он снова с нами. Так что все нормально. Кстати, опять эликсир силы. Надо ими все-таки пользоваться периодически. Они полезные, все-таки говоря. Так. Сейчас здесь, кстати, зомби. До этого здесь волки были. Что самое интересное. Так, ну вроде бы все нормально. Вроде бы все хорошо, тихо и спокойно. Мы вон даже вернулись к тому месту, где были. Жалко, что из леса невозможно вернуться. А там чел-медведосвин без нас скучает. Блин, никогда не понимал, зачем бить эти кустики. Зачем я их бью? Когда там у нас уже родители найдут? Ух,
Ладно, побьем зомби, пока это возможно. Так. Давай будем бить тебя. 3, 2, 1. Готово. И примерно то же самое сейчас сделаем с этим. 3, 2, 1. Даже магию использовать не надо. Отлично. Так, ну с этим можно с них пособирать лут опять-таки. Смотрите, кто там есть, чего там нет. Побегать. Вообще, мы должны были где-то найти своих родителей, точнее, они должны были нас найти, но я что-то не заметил родителей. Ладно. Так, кстати, давайте ненужные вещи уберем. Отложить предмет. Это надолго. В некотором смысле я бы даже сказал, на очень долго. Так, оружие. Ненужное оружие. Это лук, это и вот это. Снаряжение. В принципе, можно вот это оставить. Снаряжение, я думаю, нормально будет. Так, здесь тоже непонятно. Нашивки. Ну, корзину мы все там продадим. В принципе, здесь все. Пойдем дальше. Сейчас будем смотреть, что там следующий квест. У нас черный медведь-свин. Сейчас будем с ним драться. Я думаю, это вполне достойная замена. Хотя можем сходить кому-нибудь. Кто у нас там по списку? Либо к Картману, либо к этому. С Кайлом поговорить. Давайте к Картману, он ближе. Не знаю, в чем разница, поэтому. Поэтому будь как будет. И все окей. Так. My Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Ah, you have returned. Come, sir douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Ладно, будем воевать с Картманом. Everyone gather around. While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red Guard, and by the glory of Christ, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Круто! Теперь мы крутые. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their Raven. And the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Ну, вы поняли. Defenders of freedom! I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters! Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! They've barricaded the entrance! The elves are up to their old two tricks again!
Find another way in. Take out the barricade from behind. Так. Картман теперь у нас в друзьях, год у нас в друзьях, все круто. О. Мы все еще можем удалять. Так, я здесь только для того, чтобы говорить всем. Окей. У нас появилось более хорошее оружие? Да нет, это говно, а не оружие. Хотя... Хотя... Кстати. При идеальной атаке так урон оружия увеличивается на x4, показатели брони. Я могу поднять на сотку еще это оружие. В принципе, оно будет примерно так, как это, только еще лучше. Давайте, наверное, так и сделаем. Так. Пятьдесят огненного урона. И 50 шокового. Я даже не знаю. Вообще, вот это как бы получше должно быть. Ну окей. Ладно. Будем надеяться, что оно действительно лучше. Так. Устанавливает 15. Ага, снижаю урон так противника. Так, перемещаемся сюда и. Что, где там 15? 5 хп вот это вставлять. Так, и здесь идеально так уменьшает количество щитов на 3, добавляю 8 брони, снижает урон. Так, при каждом... Собственно, надеюсь, больше здоровья. Ну, кстати, перчатки можно было бы вот эти оставить, на самом деле. Наверное, даже лучше будет. Ладно, пофиг. Так. Там зомби. Окей, фиг с ними с зомби. Вот. Мы выбрали путь. Другой. Я вообще вначале хотел к Кайлу пойти, но... Подумал. I hurt my fucking ankle. Man, it hurts like shit. Давайте исцелим его. Your word is the command, my lord. Yes, sir. Yeah, there you go, buddy. Hey, I'm healed. Except for on the inside. Ты крут, чувак, открой нам дверь. We locked it so nobody else could get in. Here. Отлично. В итоге готы остались там же, где и были. Так что, по сути, ничего не изменилось. Ну и ладно. Так. Никто не ожидал, что я пройду сзади. Так. От этого лучше отойти. Так. Сейчас. Вот, все. Ослотрон. Окей. Это нормально. Так, почему ты не хоть. Да, стой, обойди. Отлично. Так-то хорошо. Что у нас здесь ничего интересного есть? Эликсир, нафиг он нам нужен. Все, пойдем отсюда. Это интересно. Должна найти что-то более интересное. Да, эльфы чокнутые. Чё там нам сообщают, ребята? Почему в этой игре никого не убивают, по-настоящему отстойная игра? Так, вестибюль необходимых укреплений, окей. They just mowed us down like dogs, man! All my friends are dead! Oh, Jesus!